Уникальные полукруглые книги и серию иллюстраций КПСУ ГСР представила молодая художница из Бурятии. Здесь нужно каждый лист разглядывать бесконечно. График – это отдельный мир искусства. Она многогранна, сложна и проста одновременно. Открытие персональной выставки молодой художницы Даримы Кантаковой в стиле графика прошло накануне в художественном музее имени Сампилова. В экспозиции было представлено более 60 удивительных работ, выполненных в технике печатной и станковой графики, макеты книг и афортные доски. Дарима Кантакова в 2020 году закончила Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина и вернулась в Бурятию. Она является участницей различных региональных и международных выставок. Тушью, например, работать довольно-таки быстро, можно за 2-3 часа сделать работу. А вот гуашь потребует чуть больше времени, часов 10, наверное. А печатные техники, вот, выполненные на металле, это уже потребует гораздо большего времени. Нужно где-то на одну работу как минимум месяц. Ее графические работы лаконичны, а образы просты и условны. Как говорит сама художница, рисует она каждый день. А главное правило успеха – без настроения и вдохновения не приступать к работе. С этих именно досок я напечатала вот эти афорты, которые представлены в белых рамках. И также книжные элементы, тоже сделанные на металле. Она работает именно как интеллектуальный художник. И иногда ее спрашивают, вот здесь тоже давали интервью, спрашивают, какие образы, какое что, как это подсказано. Здесь может быть замысел даже не предшествовать работе. Просто человек садится за лист, начинает рисовать, и там уже все само складывается. То есть это настоящее искусство. Здесь нужно каждый лист разглядывать бесконечно. Особый интерес у зрителей вызвала полная серия графических работ по знаменитому бурятскому эпосу ГСР. Работу Даримы можно увидеть в художественном музее имени Сампилова до 20 февраля этого года. Диана Левина, Николай Манджуев. Специально для программы «Вместе» телеканал «Мир Байкал».